вся коллекция тачек Hot Wheels. Вся, у меня здесь вся коллекция тачек Hot Wheels, и они очень крутые. Я так рад, что у меня так их много. А расскажи, пожалуйста, они все из разной местности? Да, они все из разной местности. То из огненной, то из песочной, то из льда, то из лес, то из леса. А давай по порядку начнем. Какие вот синие, это какие? Это ледяные. А покажи их, как они. Покажи. Хорошо, желтые. Они песочные. Они могут по песку ездить, да? Да. Хорошо. А дальше? Вот красные. Они вообще огненные, самые быстрые. И последние? И последние зеленые, лесные, самые медленные. Здорово. А скажи, пожалуйста, они что, могут разбираться еще? Да, они могут разбираться еще. А покажи, как вот у синий двигатель меняется, например. Хорошо. То есть можно поменять, и у них будет разные свойства, да? Угу. Ой, это опять станет как... А это вот такой. А можно поменять двигатель, например, лесной машины и с огненной? Двигатель можно? И что тогда у них будет? Разные свойства? Да, разные свойства. Ты все разобрал? Угу. У тебя какой-то конструктор получился. Да. Целая площадка разобранных машин. Угу. Вот на тебе еще дополнительные машинки. Песочная одна машинка и еще одна. Из Арктики приехала машинка, да? Из Арктики. А вот скажи, пожалуйста, давай по порядочку теперь. Зеленые машинки, возьми зеленую машинку. Они из какого леса? Из джунглей? Они из тропического леса. Из тропического леса, да? Угу. А у них, когда они едут из выхлопной трубы, что-нибудь вылетают? Наверное, конечно. Листочки какие-нибудь? Конечно, да. И растения вылазят. Растения вылазят? И все растет, и свет, и семя. А из песочной тачки что, у них песок высыпается, что ли? Да. Да? Угу. А у огненных, интересно, что у них сзади? Покажи, что у них сзади. Огонь. Да, нет, огонь? Угу. Ничего себе, выхлопная труба у них там есть, да? Да, у красной только. А что же вылетает из выхлопной трубы? У синей машины. Лед. Лед? Угу. Ничего себе. Они все замораживать могут, да? Угу. Ну хорошо, покажи, как они могут гонять. Погоняй этими тачками. Прям по столу. Погоняй. Сейчас. Покажи, как быстро они умеют. Поменяю. Да, поставь. А какие тачки самые быстрые вообще? Красные. Красные, потому что огненные, да? Угу. А самые медленные какие? Самые медленные зеленые. Ага. Почему они самые медленные? Их, наверное... Потому что они лесные. Ага, вот так. Их можно обогнать, даже ты их обгонишь. Хорошо. А на втором месте какие машины? На втором месте. Песочные или ледяные? Ледяные. Ага. То есть хорошо. Если они будут участвовать в соревнованиях, первое место займут огненные тачки, второе место займут ледяные тачки, третье место займут песочные, четвертое лесные, правильно? Угу. То есть самые крутые тачки это огненные, да? А что ты сейчас делаешь? Разбираю. Делаю обратно. Ого. Вот, сейчас посмотрю, какая. А ты будешь фотографировать. Давай, это красная против синих. Ага, они сейчас будут гонять, да? Только надо. Они вот между собой чем-нибудь отличаются? Вот смотри, вот в пустыне есть две желтых тачки. Они между собой отличаются чем-нибудь? Или они одинаковые по скорости там и так далее? А
Они одинаковые по скорости, но у них разные формы. А, вот так вот, я понял. Хорошо. Смотрите. Врум, врум. Ну, мы с тобой потом еще гонку покажем, да? Как мы умеем гонять, и они там на разной местности, не по-разному играют. Итак, мы с вами рассмотрели машинки из Kinder Surprise. Из какой коллекции они Hot Wheels? Hot Wheels, что означает горячие колеса, да? Да. Hot Wheels. Погнали. Ну все, хорошо. Погнали.